Итак, гаишники запретили мне вставать на мое место, потому что сегодня будет парад, и кто-то здесь будет проходить. И давайте вернемся про позитив, да, про вторую часть, так скажем. Вот многие из вас спрашивают, да, почему получается у кого-то, правда, у кого не получается. Да потому что доказано психологами, все, люди тянутся к тому, кто несет позитив, кто несет положительную энергию, кто просто берет и относится к людям так, как хотелось бы, чтобы они относились к нему. И, конечно же, я могу сказать со 100% уверенностью, что вот с такими лицами, которые, да, там вот было другое агентство недвижимости, я не буду их озвучивать, не надо. Потому что в целом это такая ситуация почти у всех. И мне также сказал мне их руководитель, нормальный толковый парень, оказался он, так скажем, почти мой земляк, да, со светлого. И он сказал, говорит, ну такие приходят, говорит, что я сделаю, говорит. Ну ах, сам улыбается, сам позитивный, нормальный такой, да, мы все-таки сделали сделку, все хорошо получилось. В общем, вот так вот. И что я могу сказать? Вот почему у нас такая ситуация сейчас в стране, да? Наверное, сейчас скажут, Максим, политика это не твое и так далее. Да, наверное, не мое. Я согласен с вами 100%, не моя эта политика. Но я могу сказать вам со 100% уверенностью, что если, например, вы вспомните, да, если кто-то там есть мой ровесник, есть кто-то постарше, да, а мне 36 лет, и, да, все правильно говорите, выгляжу я очень плохо, и мне 36 лет не дашь, и могу сказать одну простую вещь, если раньше мы с вами брали газеты, да, всякие там «Гвардеец труда», там еще какой-нибудь там, то мы видели какие-то позитивные новости. Если мы раньше смотрели с вами новости, я помню эти три коня, да, и там начиналось ту-ту-ту-ту, и у нас с каких слов начиналось? Такой-то завод выполнил план раньше времени, такой-то, то-то-то, и вот так вот этот было вот такой заряжалось такой энергией, и в тренде были новости те, которые несли позитив. Там то-то-то, угольная шахта, да-да-да, было столько-то. Это столько-то. Пионеры поздравили, да-да-да. Вот так вот все происходило, и все. Да, конечно, были новости про что там, кто-то кого-то зарезал, кто-то кого-то что-то украл, все. Но они были в конце там, или серединочке немножко было. Все остальное было такое, на энтузиазме такое, все, этим гордились. И вы вспомните эти пятилетки, да, вот которые были, да. Это просто было колоссально, что могли за 5 лет сделать. И вы видели, там никто никого не заставлял, там все просто работали на энтузиазме, работали в том плане, что их перло, да. Возьмите, я не знаю, там, например, да, вот тоже очень много таких фильмов есть документальных, да. Шахтер выходит там с угольной шахты, там пионеры там стоят в галстуке, да, молодец, там ты это сделал. Он там стоит такой, да, этот такой смотрит все. И у него все настроение поднимается, ему дали, не знаю, грамоту с Лениным и все. И он опять может в шахте 5 лет просто там творить чудеса, не вылазя. К чему я говорю, да? И здесь на самом деле заряд много чего значит. Поэтому я могу сказать, что я первый канал не смотрю, второй канал не смотрю, НТВ я не смотрю. Всякую такую не смотрю. Это не потому, что я убегаю от действительности. Нет, я все прекрасно понимаю. У меня есть глаза, у меня есть уши, что происходит у нас. Но именно подача от этого, да, я не хочу заряжаться с утра и не хочу заряжаться вечером негативом. Ну, не хочу я этого, понимаете? Не хочу. Я знаю, что гораздо больше всего происходит интересного. И могу сказать, что вы сами выбрали этот путь, да? Вот даже элементарно заголовки, да? Если у меня там в видео плохой заголовок какой-нибудь там, да, там все там. Стройка умерла, еще целая куча просмотров, все, все такие, о, классно, все. Если что-нибудь такое позитивное, там, ха-ха, с праздником, все, просмотров нет. Ну, с праздником, что? Ну, праздник, что? Я не воевал и так далее. Понимаете? И вот я смотрю, у нас вот есть Орский портал, Орск.ру. Посмотрите просто для интереса, Орск.ру. Они у нас монополисты в Орске. И посмотрите новости. У них 98% это депресняк. Кто-то кого-то убил, кто-то кого-то изнасиловал, кто-то кого-то еще что-нибудь. И вот так вот все вот так вот идет. Там в конце, хоп, орские спортсмены заняли первое место на чемпионате мира. Ну такая новость. И посмотрите по просмотрам. Орские спортсмены заняли первое место на чемпионате мира.
чемпионате мира Орск, вот многие из вас даже такого города не знают, понимаете? Они взяли, заняли, и там ни одного комментария, ну, кто раз, ну, заняли, что, нормально, пацаны, что, заняли, и все. И к чему я вам говорю? А вот на эти новости, которые плохие, на них отклик, комментарии, и все. И что я могу сказать? И, ну, мы здесь живем в таком мире, у нас все материально, да, вспомните физику, да, и вспомните, кто, там, не знаю, там, немножко даже в институте изучал психологию. Ну, мы реально притягиваем себе, вот о чем говорим, то и притягиваем. И правильно мне там одна подписчица Гончарова, если не ошибаюсь, сказала, говорит, Макс, ты там неудачно пошутил, что тебя убили в этом, ты можешь притянуть. Я действительно сейчас понимаю, ну, реально, там, взял и развел в этой бане депресняк, да, там, немножко убил меня, ну, не в том смысле, да, ну, обморок упал, ничего страшного, встал, да, пошел дальше, отряхнулся, да, к чему я вам говорю. И здесь ситуация в то же самое. Вы сами привлекаете себе то или иное. И вы каждый выбираете сами быть в центре каких событий. Либо чтобы все было вокруг плохо, и все вокруг все очень плохо, все печально и так далее. Либо, соответственно, берете, окружаете себя позитивными людьми, позитивными. Вот многие спрашивают, вот ты там, как ты рассуждаешь про категорию успешности? Успех, что для тебя значит? Да успех это значит, ну не знаю, скорее всего это финансовая независимость, как это принято, да? Скорее всего это здоровая семья, скорее всего это, не знаю, наверное, забота о других людях, да? Много чего. Я не буду сейчас вам брать, озвучивать, хвастаться, что я делаю, для кого, ну там, вообще не буду озвучивать. Эти люди сами прекрасно знают, сколько я чего делаю. Ну и от этого я получаю действительно удовольствие. Кто-то скажет, там, я живешь для себя. Да нет, я не живу для себя. Нормально, я живу не для себя. Живу, много чего делаю, хорошего, много чего делаю, доброго. Просто не хочу я это все это озвучивать. Ну, хотя, по идее, я сам по себе пиарщик, я должен это озвучивать, если посмотреть по логике, да. И я могу сказать, как бы, многие, почему у нас не добивается никаких поставленных целей, почему не добивается никакого результата. Вам сказать маленький секрет? Ну, потому что вы, родители, сами взяли и воспитали детей своих так, чтобы они не были лидерами, чтобы они были всегда номером 2, номером 3, номером 4, номером 10. У вас, наверное, повисла сейчас тупая пауза. 100% повисла тупая пауза. А давайте я расшифрую. Когда к вам приходил ребенок и говорил, папа, мы играли в футбол. И я вытянул команду на первое место, я забил 3 гола, я то-то, вот так вот сделал. Подходила мама и говорила, сынок, у нас в семье не принято хвастать. Ну, забил, молодец, все, у нас не принято. Это некрасиво хвастаться и так далее. И все. И в итоге что получается? Эти люди там, да, он понимает, что он что-то делал плохого, все. И самое интересное, когда приходит человек на собеседование куда-нибудь, какую-нибудь компанию, и он понимает, что ему родители сказали, хвастаться нельзя. Какое хвастаться? Спрашивают, какие у тебя были достижения? Ну, так, работал, все. Ну, какие еще были достижения? Ну, вот так вот работал. Что закончил? Ну, там закончил. Как закончил? Ну, красный диплом, ну. Он не считает это уже достижением все. И чаще всего такие люди, они действительно хорошие, талантливые, но из-за того, что им внушили, что они должны быть, так скажем, безумно скромные и так далее, они не могут пройти ни в одной организации, они не могут занять, так скажем, подобающий пост, и чтобы принести, так скажем, пользу обществу. Вы понимаете? Не могут. Я могу сказать, что много у нас также и хороших, талантливых людей, много всего, про которых не знают. А если про них не знают, идут к тем, кого знают. И далеко это могут быть не те специалисты и не те, так скажем, профессионалы своего дела. Поэтому что я могу сказать? Моя учительница всегда говорила так. Если есть чем похвастать, нужно похвастаться. Да, ты возьмешь там негатив, еще что-нибудь. Но другие могут подстегнуть, чтобы тебя взять, переплюнуть, чтобы взять и сделать лучше, чем ты, и так далее. Понимаете? У нас разный к этому подход. Я говорю, как психолог. У лидеров, у них всегда нужно какое-то подтверждение. Нематериальное. Деньги нам не нужны.
а именно происходит вот, вот такое, да, чтобы да, вот сказали, да, действительно это так, это, и тому подобное. Поэтому, что я могу сказать? Ну, блин, правильно нужно заниматься. Вот я воспитан, я скажу честно, я воспитан своими родителями. Когда я спросил отца, как ты меня смог так воспитать, нормально смог воспитать, хорошо смог воспитать, я считаю. Он сказал, мы тебя воспитывали по книжке. Мы взяли книжку и давали тебе кушать не когда ты захотел, а когда можно было по книжке. Укладывали тебя в то время, когда бы это было написано в книжке. Они все сделали по книжке, не по интуиции, а по книжке. В итоге перед вами вот я, такой, какой я есть. Воспитали меня по книжке. Я был первый, я был самый старший. И к чему я вам говорю? На самом деле книжек очень много. Много интересного момента, очень много всего интересного, очень много книжек, умных, хороших. Можно работать и идти к какой-то цели по интуиции, да, а можно по книжке. Там, где люди уже это все давно уже сделали какие-то ошибки, где-то уже все давно сделали, написали все. Вот я сейчас выбираю, я работаю не по интуиции. Я работаю больше по книгам. Да, у меня есть какая-то интуиция. Но фундаментальные знания я получаю на тренинге, на обучении, на саморазвитии. Вот это все. Я там получаю фундаментальные знания. И их применяю на практике уже здесь. Плохо это или хорошо, не знаю. Но, наверное, самое лучшее – это результат. Конечный результат. Результат есть. А там уже дальше думайте. И еще раз говорю, я не хочу вас грузить никаким депрессником, ничего. Вы все в любом случае молодцы. Вы молодцы, что не сидите на месте. Вы молодцы, что развиваетесь. Вы молодцы, что идете в то или иное направление. Вы супер, все молодцы. Вы молодцы, что у вас есть детки, все. И еще раз говорю, успешность. Я окружаю себя успешными людьми. Я не окружаю себя, чтобы вы сразу понимали, нытиками. Да, который постоянно ноет, который все в жизни плохо. Я не окружаю себя людьми, у которых постоянно депрессуха, потому что я не хочу вытаскивать с этого болота. Можно провалиться самому, понимаете? Вдруг человек, который находится в депрессии, вдруг человек, у которого все плохо, вдруг он обладает более сильными психологическими навыками, который возьмет и меня потопит, вы понимаете? Я могу кинуть веревку. Да, могу кинуть веревку, чтобы он вот вылез с этого болота. Но я не готов взять вот по пояс в болото и вот так вот давай, вытаскивать. Нет. Поэтому не стоит так вот сильно утрировать все. И по большому счету я общаюсь со всеми. Я как бы, ну, сторонник того, чтобы не имей 100 друзей, а имей... Ой, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. И действительно, ну, друзья, они должны быть не паразиты, а должны быть тебе подобными, должны производить свой продукт, понимаете? Вот так вот. Надеюсь, я на эти все вопросы ответил к вам. И еще раз повторюсь, маленький просто в конце совет. Охота, чтобы все что-то получилось, работайте на позитиве. Да, вышли, блин, дождь пошел, блин, как прекрасно, что дождь пошел. Сейчас будут все листочки на деревьях чистые. И, соответственно, раз чистые, лучше будет проходить процесс фотосинтеза. А если фотосинтез будет проходить очень быстро, соответственно, будет больше кислорода. Супер. А не выйти, блин, дождь. Плохо. Мы все умрем. Понимаете? Смотрите вот к ситуации немножко под другим ракурсом. Каждый сам выбирает, белое либо черное. Я взял черную машину. И взял, потому что меня угнетал черный цвет, и взял из нее сделал белую машину. Мог ездить на черный. В общем, примерно как бы так. Все, всем отличного настроения. Итак, вот, еще раз повторяюсь, всех с великой победы. Всем желаю сегодня провести просто отличный день. Если семья в городе, обязательно с семьей приведите, обязательно сходите там, не знаю, с папой, с мамой, с дочкой, с женой, с тещей, с собакой куда-нибудь на экскурсию, сходите в парк, если погода плохая, сходите на рыбалку, если плохая работа и все остальное, вы сходите, не знаю, там, в баню, сходите в аквапарк, в общем,
сделайте действия для того, чтобы не жалеть о прожитом дне. Ну, а я сегодня немножечко буду занят с клиентами, поэтому готов с любым из вас встретиться. Все, всем пока, всем отличного настроения. Пока.